участвовать. Так, так, так. Ой, ой, ой. Дальше так. Мне нужно три пары мальчик-девочка. Причем мальчик должен быть достаточно сильный, чтобы поднять девочку. Итак, давайте поднимаемся на сцену. Подожди. Ну хорошо, поднимайся. Ты Тим. Ой, вы две девушки, понимаете, а нам нужен парень. Я уже вижу, что вы справитесь. Так. Я уже нашла себе три пары, ребят. Нет, короче, не-не-не, я так думаю, что мы тут не поместимся. Или поместимся? Поместимся? Ну, хорошо. Смотрите. Вот. Ой, вы куда, вы куда? Вас уже слишком много. Извините, давайте до следующего конкурса. Так. Вот как вы сделали, покажите пример. Должны сделать вы. Давайте. Я вас верю. Аккуратнее голову. Я думаю... Сойдет. Так. И третья пара. Они это сделали. Поаплодируем. Так. Ну, конкурс... Нет, конкурс не в этом. Каждому из вас, мальчику, я дам по стаканчику карамелек. И тебе, и тебе. Карамелек во всех стаканчиках 5. Все одинаково, все по-честному. А каждой девочке я дам интересный приборчик. Такие классные палочки, которыми едят. Я надеюсь, все у нас на аниме-пати, все умеют пользоваться палочками для суши. Вот. И ваша задача, внимание, взять конфету из стаканчика мальчика и палочками скормить эту конфету своему мальчику. Мужиков надо кормить, а то они злые. Поехали! Кто быстрее все съест, причем именно съест. Опа, уже один минус. Опа, второй минус. Ну-ка. Лемурка пока что самая аккуратная. Так, это надо съесть, не просто в рот положить, а съесть. Вот когда он съест, тогда все. А между тем, я вот уже вижу, а вы, наверное, тоже, что у лемурки полный стаканчик во рту у парня, остальные потеряли конфеты. Болеем! Давай, 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 давай! Еще едят, да, это карамельки. Скажу я вам, оливки. Еще надо съесть. Нет, ну, конечно, победители у нас выбирает зал. Но я вот лично за лемурку. Она скормила все 5 карамелек, а остальные по одной потеряли. Голосуем. Кто за первую пару? Покричим, похлопаем, подумаем. Кто за вторую пару? И кто за третью пару? Пока что я только поняла, что мы проиграли, к сожалению. А вот между вами еще непонятно, кто за эту пару? Кто за эту пару? Ну тут все очевидно. Лемурка победила. Вы можете слезать. Вы можете слезать. Мы дарим такой вот очаровательную вот такую вот подвеску от наших друзей Аниме Мэджик и Лемурки. Спасибо, ты молодец. А остальные получают свои конфетки, которые они уже съели. Продолжаем тусить!